Ну ладно, дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы... Давай их добавим чуть-чуть. Вот, а мне еще повезло, я в жизнь свою наткнулся на горные лыжи. Мещерино, между прочим, когда первый отпуск меня отправили. Наш начальник отдела отправил меня с воскресенья в отпуск, а чтобы я не убежал, он с пятницы на субботу поставил меня дежурным по техзоне. Я на разводе себе отморозил ухо, у меня такое ухо было. Вот, и я приехал в Тирасковал с отмороженным ухом. А сейчас мы, хочу сразу сказать, мы сейчас хотим опять создать, Тирасковал уже закончился, но мы хотим опять возродить турбазу Тирасковал. Серег, мы сейчас делаем в сентябре клуб турбаза Тирасковал. Вот мы его создаем уже, начали создавать. Чтобы это типа клуба чадети, но только более такое широкое понятие. Те, кто в Тирасковал ездит. Эхо добавим чуть-чуть. Давай полетим. Давай полетим. Давай полетим. Это небо сегодня Господь приготовил для нас, сбив своими руками подушку вершинных снегов. И земля под названием Северный, этот Кавказ, объяснит мне всю суть без пустых человеческих слов. Давай полетим. Давай полетим. Давай полетим. Праворукая тачка раздолбанного бытия, там, где лево и право не сразу сумеешь найти, и блестящее прошлое слава, потухший маяк, мне бессильно желает удачи на этом пути. Давай полетим! Давай полетим! Снеговой волшебный круг никогда не тает, до него твоей тоске слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, прислонившись к атласу небес жесткою щекой. Давай полетим. Давай полетим. Давай полетим. Ты ведь помнишь, старик, этот первый, единственный раз, как запела, зажглась, заиграла под солнцем душа, и обрывки серебряных этих единственных фраз наконец перестали тебе своим светом мешать. Давай полетим! Давай полетим! Снеговой волшебный круг никогда не тает, до него твоей тоске слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, прислонившись к атласу небес жесткою щекой. Давай полетим. Давай полетим. Давай полетим. Сейчас извините, пожалуйста. Умом Россию не понять, пока не примешь ты 0,5. Я попал в трамвай однажды. Это было счастье в 98 году, когда меня, значит, подполковника взяли на полный халявный фестиваль, где мне выдали оранжевую такую бумажку. На ней было написано «Горное эхо». Я сказал, куда с ней можно ходить? Мне сказали, везде. И я проверял, ходил. Это было потрясающе. Я понял, что мне сильно повезло тем, что я военный, потому что я видел этих артистов. Я сначала не врубался, что это такое, а потом, когда я понял... Ну, Донбай – потрясающее место, и я там писал в день по два хороших стихотворения, крепких, кстати. Вот первый день я когда ехал на канате, со мной рядом сидел местный, я говорю, слушай, как вот по-вашему пожелание добра? И он мне написал бумажки, на бумажке я русскими буквами написал, и написал вот эту песню, которая мне самому действительно очень нравится. 98-й год, Анна Владимировна,
если будешь болтать, когда я говорю, я твой начальник, ты должна сидеть и смотреть мне в рот. Вот сюда, да? В глаза, можно в глаза, да. Когда я говорю этим самым вкрадчивым голосом, и тут шуршит что-то слева. Ладно, все, поехали. Донбай. Тершкол, Донбай. В небе искоркою пролетит самолет, моя белая птица. Я себе пожелаю уйти, чтобы завтра опять возвратиться, чтоб тянулась волшебная нить, шла в мой город, куда я уехал, чтоб подольше в душе сохранить это теплое горное эхо, красти легкие наискосок моего добровольного плена. Твое солнце запомнит висок, твои склоны запомнит колено, твою силу подхватит мой шаг, твое мужество руки и плечи, твое небо запомнит душа, светлым домом по имени Вечность, лыжный рай, на-на-на-на-на, светлый край, на-на-на-на-на, нам пора, на-на-на-на-на, распроститься, мой Терскол, на-на-на-на-на, мой Донбай, на-на-на-на-на, два крыла, горные птицы, золотые приметы к добру, крылья ветра и небо гуаши, радость чистую, светлую грусть и улыбки волшебные ваши. Это все я с собой унесу, мне поклажа тяжелой не будет, дай Господь вам кунаш хабалсун. До свидания, добрые люди. Лыжный рай, на-на-на-на-на, светлый край, пора, на-на-на-на-на, распроститься, мой Терскол, на-на-на-на-на, мой Донбай, на-на-на-на-на, два крыла, на-на-на-на-на, горной птицы, лыжный рай, на-на-на-на-на, светлый край, на-на-на-на-на, нам пора, на-на-на-на-на, распроститься, мой Терскол, на-на-на-на-на, мой Донбай, на-на-на-на-на, два крыла, на-на-на-на-на, горные птицы, горные птицы, горные птицы! Ну и сразу же тогда песня называется «Плакат». В 1998 году тоже я привез из Терскола себе плакат такой старый, он был, на нем был с Чедета снят Эльбрус, и вот где станция «Мир», канатная дорога, возле нее такие красные, зеленые, синие точечки, точечки такие, муравьишки, это люди. И когда в нашем уникальном центре меня особенно становилось прикольно, я смотрел на этот плакат и думал, господи, а вот эта красненькая точечка, это я, наверное. И я думал, что ну и черт с ним. Все в мире приходящее, а жизнь вечная. Самое главное, не надо злиться, не надо гордиться, не надо делать из себя икону, а надо просто жить, дышать, любить, радоваться тому, что тебя видят и слышат такие люди, как вы. Спасибо вам большое. Песня называется «Плакат». Все гляжу на Эльбрус из московской квартиры, красивый плакат с бахромой по краям, там, где жизни лежат золотые пунктиры, и платочками машут с канатки друзья, там, где жизни лежат золотые пунктиры, и платочками машут бухие друзья. Где кантами сдавал я на прочность экзамен, на красивых полях снегового листа, где Европа лежит у тебя под ногами. Известно, что жизнь нет, не зря прожита, где сияет Дангус при
хорошей погоде, а погоды в горах не бывает плохой, где созвездия блестят, всех красивых мелодий, где созвучия живут, всех красивых стихов, где часы как года, как недели, минуты, и желанными быть гости не устают, и ночная звезда над сгоревшим приютом освещает всю жизнь и квартиру мою. Я себя отыщу черной точкой на склоне возле станции «Мир», меж друзей и подруг постою у окна, покурю на балконе. Все у нас хорошо, все нормально, мой друг. Постою у окна, покурю на балконе. Все у нас впереди, все на месте, мой друг. Ах, ну какой же разноцветный, отважный, в себе уверенный и симпатичный я. Лечу красиво по поверхности бумажной, за край плаката на границу бытия. Лечу красиво по поверхности бумажной, за край плаката на границу бытия. Я, das ist fantastisch. То, что состоит из солнца, то, что состоит из неба, то, что состоит из ветра, скорости и горных лыж, то, что составляет счастье, проживает в ваших душах. Только не смешите меня, пожалуйста, слова забыл. Ты, пожалуйста, запомни этот ориентир простой. Беда простая, най-на-на, чигет растаял, най-на-на, и нашим стаям, най-на-на, в обратный путь пора, пусть сны о лете, най-на-на, нам путь осветят, най-на-на, тосте ответят, най-на-на, который раз с утра. Что же после остается? На скользящих лыг-чигета и в кармане яркой куртки от шампанского фольга загорелый нос и уши, грусть прозрачная во взгляде, красноносых лиц мелькание. Бидалди, далди, далди, беда простая, най-на-на, чигет растаял, и нашим стаям, най-на-на, в обратный путь пора. Пусть сны о лете, най-на-на, нам путь осветит, най-на-на, тосте ответит, най-на-на, в который раз с утра. Знаю, знаю, я, конечно, наши чувства иллюзорные, и московская реальность поджидает за углом. Но однажды ослепленный сладкой музыкой полета, сладкой музыкой полета, уж прозреть не сможешь ты. Беда простая, най-на-на, чигет растаял, най-на-на, и нашим стаям, най-на-на, в обратный путь пора. Пусть сны о лете, най-на-на, нам путь осветят, най-на-на, тосте ответят, най-на-на, который раз, который раз, в который раз. Ну, нет, я ее не буду петь. Нельзя это. Я сейчас хочу спеть песни серьезные, дорогие друзья. Дело в том, что, как у вас у всех, у меня то же самое, родственники воевали.
И я уже говорил о том, что самое главное чудо нашей всей жизни – это вот эта, конечно, вот эта война, про которую написаны тонны книг, про которые сняты миллиарды фильмов. Но, судя по всему, все было как-то по-другому. Вот. И самое удивительное, что когда читаешь воспоминания настоящих участников и разговариваешь с настоящими участниками, то выясняется, что у них примерно была такая же самая жизнь, как и у нас. То есть была куча всяких людей, которые мешали и делали невозможным выполнение боевой задачи. И было очень немного людей, которые помогали. Но они все-таки выкручивались и делали так, что закончилось все в нашу пользу. Он жил во вредную эпоху, насквозь прошитую войной, где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном, где так стремились к коммунизму, не замечая прочих нот, что начинало кровью брызгать из лязгующих шатунов. Другие приходили годы, сквозь Халхин-Гол и Южный Бук врывались странные народы в его звенящую судьбу. Дрожало тело от ударов, в атаку беды шли кольцом, и отблеск танковых пожаров ложился медью на лицо. Входили в линии прицелов за высотой и высота. Его крушили батареи бетон и крупповскую сталь. И через странные границы, то навесным, то просто в лоб, вели истории страницей калибрами своих стволов. Да, столько дел он сделал разных, и путь свой собственный тарил. Не просто выполнял приказы, а думал, взвешивал, творил. Не стал ни камнем, ни калекой, привычным схемам вопреки, оставшись просто человеком с мужским пожатием руки. Может быть, мы воевали неправильно, может быть, мы воевали неловко, не успевали всех вытащить раненых, наступали без артподготовки, верили слепо в теорию книжную, с криком неверным в атаке ходили. Только вот мы победили и выжили, только мы выжили и победили. Выжили через победы великие, всех от кумрот до товарища Сталина, мудрые через приказы и дитие, и через крупа идти сына стали, и через русскую неосмотрительность, через немецкую их аккуратность, и нарожали всех вас ускорителей, и перестройщиков, и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это ведь мы, лет военной огранки. Это ведь мы, это мы в 45-м. Время летит, как его не стреноживай. Мы уступаем, рули в своих лодках. Как вы сумеете, сдюжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки? Через премудрости, через нелепости, очередные политикафизмы. Хватит ума ли у вас, хватит крепости место свое отстоять в этой жизни? Мы иногда поворчим по-отечески, только поймите, в окопах или банках, если сумеете по-человечески, значит, не зря мы ложились под танки, значит, не зря были марши парадные. Мертвых живыми пусть души не маются, только бы жизнь была у вас ладная. И все равно, как она называется, это не мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это не мы, лет военной огранки. Это ведь вы, просто вы в 45-м. Спасибо. Вот я позволю себе, ребят, похвастаться, как правильно поет этот самый, поет песня, есть такая песня, не отпели мне песню о любви, там мотив и все такое, посмеется над словами лучший друг.
петь перед своими товарищами, перед своими родственниками, всегда очень просто ужасно. Но я хочу похвастаться один раз. Это произошло не потому, что я умный, да, и чем-то там от кого-то из вас отличаюсь. Мы все одинаковые примерно. А так получилось. Вот у меня жена как-то, значит, два года назад кричит мне страшным голосом: «Иди сюда скорее!» Я думаю, господи, Ваня, что ли, разбился? Или Степа упал с этой самой, с люстры? Вот. Сегодня мультфильм показывали, кстати. Был на квартиру, налет. Нет, это вот про мою семью. Помните, да, там такой мальчик сидит в стиральной машине, а второй сидит в закрытой стиральной машине. Это вот мои дети замечательные. Вот, да, я думаю, господи, что случилось? Она мне, значит, говорит: вот, смотри. Пальцем тычет в экран. И вот написано, что вот на песню «Танк из болот», «Танковая атака», значит, на Ютубе 1 240 000 просмотров. Я, значит, ходил минут 15 счастливый, думал, вот она слава, вот они бабки, вот она, вот она. Ну, в моей жизни ничего не изменилось, в общем. И теперь, когда мне фигово, да, когда денег нету, или там что-нибудь, мне кто-нибудь что-нибудь скажет грустное, я, значит, залезаю, Юрич, на YouTube на этот, и смотрю на этот счетчик дурацкий. Вот, и мне, да, мне как-то становится легче. Ну, на самом деле, просто... Мы же технари, мы сначала влезаем в суть процесса, а потом уже появляются какие-то эмоции. И вот эта песня «Танковая атака» — это Жора Маслака, отец, помните, да, его, Жора Георгий Маслак, у него отец служил в бригаде прорывов на танках КВ. И вот, говорит, он мне рассказывал эпизод, когда 8 километров по фронту, 10 километров в глубину, 2 часа подготовка, 48 машин бригада КВ пошла в атаку. И вот эти 10 километров проехали всего 2 машины, потому что все остальные остались на... Песня называется «Танковая атака». Красная ракета и до пола газ. Мы не видим света, свет не видит нас. В триплексах летает небо и стерня. Ну давай, родная, вывози меня. А в прицеле скачет прямо над стволом. Ближняя задача, роща за селом. Нам проехать шутка, 1,5 версты. Только в промежутке на броне кресты. Кто второй, кто первый, все не для меня. Ты снаряд пантеры, выдержи, броня. Пусть поможет либо дьявол, либо бог, чтоб под их калибры не поставить бог. Несет нам в лица ветер встречный, калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно, нам только б это взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол. Ну давай, ребята, загаси его. Все равно, какой мне там прицеле зверь. Выстрел бронебойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки и сломанных костей. Цифры на вертушке, счетчик скоростей. Ты давай, зараза, в рычаги играй. Только ногу с газа, брат, не убирай. Мы ударения пораставим, а скорость с ноты разберет. И 30 тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. И 30 тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. Трассеры снарядов, огненный клубок. Вот кому-то рядом залепили в бок. Полыхнула разом в небеса свеча. Мы за вас, ребята, валим им сейчас. Тишина запела звонами в ушах. Но еще летела на броне душа. На небе гуашей Господа купель. Вся бригада наша, 5 машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба, и горела тихо ближняя изба, но над черной сушью выжженной травы тихо плыли души мертвых и живых. А в облаках поют гуаши, а на реке полоска ржи. И это поле снова наше, и мы с тобой смогли дожить. И это поле снова наше, и мы с тобой смогли дожить. Вот и все, остывают стволы. Инмеханик глотает из фляжки между траками
вянет полынь. Мы сегодня родились в рубашке и во рту шелестящая медь. Объясняет, мы живы с тобою, там кому-то другому гореть. После этого встречного боя, ах, как сладок горящий табак людям, выжившим в танковом тире. Это общая наша судьба под названием Т-34. Этот грохот, звенящий в ушах, и наводчик от пороха серый. Это общая наша душа, что насквозь пробивает пантера. Траектория траков пройдет в неизвестность по жизненной глади, а прославленный танковый взвод догорает на клевере сзади. Мы стоим на пушке вдвоем, в люк вливаются небо гуаши. Это поле с кострами на нем, наше все-таки, все-таки наше. Мы в измятую кружку нальем, мы помянем танкистов пылавших. Это поле с кострами на нем, с утра этого все-таки наше. Танк Т-34, удивительные вещи, которые рядом с нами находятся. Потрясающая совершенно машина, которую придумали. Знаете, вот чем больше изучаешь историю, тем больше понимаешь, что ты ее не знаешь вообще никак. Спасибо большое. И вот, то есть выясняется, например, что 1 мая 1937 года должен был состояться государственный переворот, который должен был возглавить наш замечательный Михаил Николаевич Тухачевский. Вот. И до тех пор, пока его не сняли с замов наркомов по вооружению, наша армия нормального вооружения не имела. И все вот эти Остехбюро, которые делали телеуправляемые танки, пушки динамореактивные Курчевского, это были выброшенные на ветер миллиарды народных денег. Когда у нас голодали люди, когда не доедали, не во что было одеваться. Вот. И вот Т-34 его сделали в 1939 году. Вот. Потом его руководитель его, этого проекта, Михаил Костин притащил его сюда, вот, заболел и умер. То есть человеческая жизнь перешла в боевую машину. Потом началась война, и танк был сырой, у него многие вещи были не отработаны. Но другого не было ничего, поэтому его производили, да, и успели перевести заводы с запада на восток. Вот, поэтому мы, в общем-то, и удержались. И вот завод, Харьковский завод номер 183, его перевезли в Нижний Тагил, не успели еще стен поставить, не было крыши, но станки уже привезли и начали делать танки под открытым небом. Вот. И на танки эти собирали деньги всей страной. Баграмян, говорил я уже, генерал Баграмян сдал на два танка свои собственные деньги, ну и так далее. Вот. И, конечно, после войны сделали их 58 тысяч штук всего, Т-34. Ну и вот такая песня. Просто понимаете, наша страна – великая военная держава, великая технологическая военная страна. И некоторые люди до этого дошли в своем понятии, типа Висбора, не все. Вот. А в основном как-то все об этом, даже к этой огромной вершине, по-моему, никто серьезно даже и не подходил. Вот. К тому, что мы делали своими руками, то, что вот мне посчастливилось увидеть это и понять в силу тех работ, которые мы делали, увидеть эту великолепную совершенно постройку, сделанную руками русских людей. Русский здесь прилагательный. Русский украинец, русский узбек, русский таджик. Все, кто по-русски говорит, русский еврей. Все, кто по-русски говорит, все русские. Так по науке. Мне один умный человек объяснил, что национальность определяется тем языком, на котором человек говорит и думает. Ты можешь себе написать, что хочешь в паспорте, а национальность твоя будет именно тот язык, который на тебя накладывает определенные особенности твоего поведения. И вот Т-34. Thank you.
Это мысли сверкающих ввысь о победе в любой войне и металлом одетый смысл, что на свете мы всех сильней. Это правило, где лежит гениальная простота и конструктора главного жизнь, перешедшая в этот танк. Это холод гулких цехов и под небом пустым станки. Дети с бабами у станков, на войне давно мужики. И бумага последних рублей, припасенных на черный день, и колец обручальных блеск, снятых тысячами людей. И в наушниках заводи, и порвать оборону приказ. Ну, родимый, не подведи, и до самого пола газ. И болванки в башню удар, и застывший радиста взгляд, и фанерная в поле звезда, и 100 грамм за погибших ребят, и проломленная броня всех немецких зверей стальных, и Москва в золотых огнях под победным небом страны. Это щит наш, и это меч, это наша прямая речь, средство выжить народом моим в этом бешеном мире. Это скорость и сила огня, это люди сильнее, чем броня, это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны. Это жизнь золотой посев на холмах боевых полей. Это памятник у шоссе с одинокой гвоздикой в стволе. Это путь идущих вперед молодых и сильных машин, что начало свое берет у твоей российской души. Это щит наш и это меч, это наша прямая речь, средство выжить народом моим в этом бешеном мире. Это скорость и сила огня, это люди сильнее, чем броня, это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Это слава моей страны, Т-34. Т-34. Ну, дорогие друзья, я очень серьезные песни пою. Наверное, для дня рождения, наверное, уже хватит. Я сейчас еще одну песню спою. Вот она такая, как бы... Две, точнее. Одну песню из редкой категории. То, что происходило с нами в 90-е годы, вот эта так называемая перестройка, да, я в одном месте прочитал всего, Юрич, за все это время, что 4,5 миллиона человек примерно ушло на тот свет благодаря ускорению, перестройке. То есть тому, что делали лысый комбайнер и пьяный волейболист без пальца. Вот. Там... Ну, долго рассказывать, конечно, все это дело, особенно Таджикистан, Узбекистан, когда 15-я бригада спецназ ГРУ установила в Таджикистане более-менее нормальную власть, когда люди перестали друг друга тысячами убивать ножами. Вот. И вот песню я написал по кусочкам рассказов людей, которые... Ну, я в 91-м учился в академии, вот, когда все это началось, да, а потом... отдыхал в Эшерах, в нашем санатории, как раз когда там первая война прошла, а вторая еще не началась. И вот я разговаривал с местными, там они говорят, что мы, говорит, сами ничего не понимаем, что произошло, мы все время дружили, все время женились друг на друге, а тут мы стали воевать. Вот, и я просто понял, что нам сильно, конечно, нашей стране сильно повезло с теми людьми, которые в то время служили в армии, которые не боялись стоять между Народным фронтом, озлобленным, и руководителями, бывшими коммунистическими, которые то же самое, как бы, давали команду вперед стрелять, и все. Вот, и люди делали это, часто рискуя собственной жизнью, так как было в Тбилиси, вы помните. Но у меня вот двоюродная сестра, которая сейчас живет в Рязани, они жили с мужем Валеркой в военном городке в Цитылицкаро,
к ним ночью приехал грузин в 3 часа ночи на ЗИЛе 130, цепью зацепил трубу газовую на пятиэтажке и уехал, вырвал трубу, и газ пошел в дом. Вот. Им сильно повезло, они утром проснулись от запаха газа, вышли, заткнули тряпкой эту дыру, потому что уже дом весь уже был полностью. Вот. Вот в такой обстановке все это дело происходило. И люди... Как-то вот понятие офицерский романс, это обычно, когда такой мужчина в красивых штанах, поглаженной рубашке, поет что-то красивое о девушках. Да? А мне вот захотелось написать романс про людей, которые вот в этом грязи, в этой полностью в лишенном потолка и пола мире сумели сохранить свое человеческое лицо, сберечь своих солдат и сберечь людей, которых они защищали. Романс офицера 90-х годов. В мутной воде заблудиться так просто, между течений стремительных вброд. И на плечах и погоны, и звезды, и эти люди ведь твой же народ. И невозможно приказа нарушить, и не нарушить приказа нельзя. Господи Боже, спаси мою душу, мне отведи от прицела глаза. Кровь пацанов, там, где кровь лейтенантов, злобы слепой, ненавидящий взгляд. Жизнь, как мундир по краям с алым кантом. Ты человек, но ведь ты и солдат. Мир хрустальный, бока, кем-то брошенный, опа, что не склеить уже, не сложить, не собрать. Я, наверное, устал, ставни плотно захлопну, пусть идет без меня. Злая эта игра, степанодерт и бакуиц хинвалей, буквы простые, безжалостных фраз. Время для жизни мы не выбирали, время приказом назначило нас. Красный ли флаг, красно-белый и синий, как далеко бы судьба не вела. Только бы крепче стояла Россия, только бы Родина наша была. Господа, господа, что же с нами-то будет? Все уходит в песок, вера жизни вода. Нам беда не беда, пусть Господь не осудит. Были б совесть да честь, господа, господа, были б совесть да честь, господа, господа. Вот, дорогие друзья, мне, я, значит, сейчас закончу вот это все грустно и петь эти песни. Вот, да. Ну, как бы ни старались наши враги, дорогие друзья, главное качество нормального военного – это его неистребимый оптимизм. Неистребимый, извините, я волнуюсь и путаю слова. Вот. Потому что что такое настоящий офицер? Это человек, который привык к тому, что что бы с ним ни случилось, как бы он ни работал, его все равно потом накажут. Да. Вот. И поэтому есть одна песня про это дело. Я ее петь сейчас не буду, потому что пишется все, идет прямой эфир. Вот. И подумают про меня не весь что. Да, нет, не поэтому, дорогая. Поэтому я хочу, Юрич, спеть хорошую песню. О чем мечтает лейтенант? Как бы мне стать полковником? Получать зарплату, сидеть в кабинете. Вот. А да, о чем мечтает полковник? Как было здорово, когда я был лейтенантом. У меня был стол, стул, сейф, печать была на веревке, на цепи точнее. Вот. И никаких больше проблем в жизни. И меня все любили, и в прямом, и в переносном смысле. И мне было очень хорошо. Фу! Хлопаем. Yeah! Не вижу ваших рук. Мы были лейтенантами когда-то, собою озаряя жизни мрак.
и вечно были в чем-то виноваты, и вечно что-то делали не так, и путали все полюса и фазы, и засыпали на ходу легко, и нарушали все уставы сразу, хлопаем, и задавали честь не той рукой. Когда-то лейтенантом мы были, и все вокруг давали прикурить, и все, что чуть шевелится, любили, и пили все, что льется и горит, и спали там, где туловище хочет, и ели все, что можно разжевать. Мы были лейтенантом днем и ночью, и нас теперь ничем не испугать, я все умею, все могу. Е-е-е-е. Я Жуков и Наполеон, и я с заряда убегу, и влезу на любой балкон, и мне любой виток судьбы лишь мозги понашить чуть-чуть. Пусть я полковник, может быть, я лейтенантом быть хочу. А нынче Министерство обороны нас занесло ужасно высоко, доверило полковничьи погоны, доверило командовать полком. Но я скажу, не сильно приукрашу, среди прочего земного естества, что лейтенантов этих самых наших нет круче во вселенной существа. Я все умею, все могу, я Жуков и Наполеон, и я с арена убегу, и влезу на любой балкон, и мне любой виток судьбы лишь мозги порашит чуть-чуть. Пусть я полковник, может быть, я лейтенантом быть, я лейтенантом быть, я лейтенантом быть хочу. Моя головокружительная карьера привела меня в дебри, которые состояли в том, что меня назначили ответственным за стрельбу в нашем уникальном центре. До этого наш уникальный центр стрелял 8 лет до этого. Ну, до этого. То есть 8 лет никто не стрелял. Ну, вы помните, что это такое. Это когда все писали неделю конспекты, сдавали зачеты, расписывались в 8 местах. Вот. И потом, значит, мы приехали героически на стрельбище, недалеко там от нашего центра уникального. И вот 5 проверяющих стояли с первого отдела сзади. У меня была команда веселая. Значит, я, раздатчик боеприпасов, и двое еще тоже было офицеров на линии огня. Вот. И дальше нас там инструктировали долго. Потом, значит, нас оставили наедине с моими боевыми подчиненными. Я сказал: мужики, значит, наша главная задача, чтобы эти идиоты не постреляли друг в друга. То есть, если вы увидите, что мужчина, одетый в костюм военного, на огневом рубеже, начинает мотать пистолетом бессмысленно, то вы должны у него пистолет этот каким-то образом из рук забрать. Поняли? Поняли. То есть, если что-то не так, ваша задача – пистолет у него забрать. Все остальное – ерунда, и никого не слушайте. Понятно? Понятно? Маленький тир, вот такой вот низкий потолок. Вот. И вот заходит первая смена. Подполковник, капитан и Старлей. Раздать боеприпасы, раздают 3 патрона. Заряжай. Заряжают. К бою. По команде к бою. Значит, они засовывают магазин в пистолет, передергивают затвор и ставят его на предохранитель. Дальше огонь. Они становятся к мишени, должны стать к мишени, снять с предохранителя и нажать на спусковой крючок. Старший лейтенант становится боком, снимает с предохранителя, нажимает на спусковой крючок. Капитан становится боком, снимает с предохранителя, нажимает на спусковой крючок. Подполковник становится боком, снимает с предохранителя, передергивает. Оттуда вылетает блестящий патрончик. Подполковник видит патрончик, прыгает за ним вместе с пистолетом. Сзади стоящий раздатчик боеприпасов в звании старшего лейтенанта прыгает на подполковника, и они вместе падают к ногам офигевшего капитана, который в это время нажимает на спусковой крючок. Бфу! Раздается взрыв, гильза летит, попадает в голову старшего лейтенанта, старший лейтенант стреляет, бфу! Раздается второй взрыв. И мы все вместе падаем кучей на землю. И начинаем искать тот патрончик, который вылетел из пистолета у подполковника. Мне жутко повезло, потому что все проверяющие вышли покурить в это время. Выяснилось, что подполковник вчера отмечал день рождения своей жены. То есть у него причинно-следственные связи были нарушены. И вот в таком же духе вся стрельба прошла. Я был начальником на этой стрельбе. То есть я написал после этого вот это произведение, которое сейчас вам исполню.
Оно примерно такое же длинное, как и сам рассказ. Ну, до конца концерта осталось буквально минуты. Да, дорогие друзья, значит, песня называется так. Рассказ о стрельбе из пистолета Макарова тремя патронами на дистанции 25 метров один раз в 8 лет. Упражнение номер... Кто понял, что я сказал, помашите рукой. Никто не понял, правильно. Министерство обороны после службы долгих лет выдает мне три патрона и тяжелый пистолет. Я вообще мужик не робкий, я одну боюсь жену, но совсем без тренировки мне не защитить страну. Тут со мною начинают инструктаж, без него ты, брат, конечно, маху дашь. Никуда ты без него не попадешь, а застрелишь сам себя, ядрёна вошь. Чтоб душа была начальников чиста, распишись-ка ты скорей в шести местах. Не случилось, чтоб ужасная беда, сделал шаг, а после сразу докладай. Выхожу я на исходный, три патрона достаю, но террор международный, сейчас заочно всех убью. Быстро выбросьте угрозы ваших ядерных ракет, так как я сжимаю грозно, три патрона в кулаке. Тут команду произносят, заряжай. Начинаю быстро я соображать, не ударить бы сейчас мне в грязь лицом, в магазин патрон совать каким концом. Террористы пусть немного поживут, разберемся через несколько минут. Всех сумею в одночасье победить, коль сумею магазин свой снарядить. Наконец понашли патроны, место нужное свое. Я походкой у курона выдвигаюсь, ё-моё. Становлюсь суровый сразу, как железная броня, что отдание приказа на открытие огня. Никого я во вселенной не боюсь, я теперь покруче, чем Уиллис Брюс, и Кутузов, и Суворов, и Илья, и Пожарский, да и Минин тоже я. Пистолет скорее в мишень бы навести, сразу выбью 60 из 30. Не забыть бы вот надеть на нос очки, потелетят по закоулочкам крют клочки. Тут дают команду к бою, ну теперь тушите свет. Я дрожащую рукою поднимаю пистолет, становлюсь к мишени боком, наставление как велит, и гляжу суровым оком, и безжалостен мой вид. Тут на ухо мне командуют: огонь! Я давлю, а только нету ничего. Я сильнее, а тут толкают в бок меня. Да ты ж его с предохранителя не снял. Я предохранитель этот вниз давлю, пистолет роняю, а потом ловлю. Поднимаюсь, не случилось ли чего, а вокруг уж больше нету никого. Что, трухлявые, боитесь пистолетного меня? Я иду, суровый витязь, прямо к линии огня. Поднимаю свою пушку, сейчас поймете, что почем, и ловлю мишень на мушку, нажимаю на крючок. Тут как вдарило оружие мое, как тут пуля полетела, ё-моё. Как тут пуля пролетела, и ага, как мне гильзой засветило по мозгам. Я от ужаса такого сразу взмок и уже решил, что рухнул потолок. И закрыв на всякий случай все глаза, даванул на спуск скорее два раза. Улетели птицы и пули, дым стоит пороховой. Все полезли из-под стульев, каждый, блин, едва живой. Забирают мою пушку, каждый, как ребенок, рад. Обнимают все друг дружку и спасибо говорят. Мы-то думали, что нам пришла хана, что не доживем уже мы до темна. Жен с детишками велим тебя любить, что сиротами и вдовами не быть. Ты иди скорее, родимый, погуляй, только больше умоляю, не стреляй. За три года мы тебе поставим пять, чтоб не надо было более стрелять. Все, сейчас конец уже будет. Тут пусть боятся террористы, и Усама Бен Ладен. Будет точен каждый выстрел в небе, в суше и в воде. Вы печатайте награды, пусть на вас они гремят. Защитим любого гада, победим любого гада. Мы с патронами тремя, мы с патронами тремя, мы с патронами тремя. Я...
Дорогие друзья, ну, я вас истязаю уже практически 2,5 часа. Вот, и гитара уже расстроилась. Дим, можете попросить, настрой мне гитару, пожалуйста. Выдерни, пожалуйста, давайте выдерни гитару. Ага. Потому что я ее бессилен настроить. Надо только выйти вот туда вот. Дорогие друзья, вторую гитару у нас нету, поэтому придется петь под фанеру.